Я уже 2 месяца как беременна. А он об этом знает? Нет. А если он не пройдет? Так надо, наверное, сразу говорить в таких случаях вообще. Ты че? У нас же любовь. Я одна, у меня даже семьи нету. Не знаю, я об этом не думала. У меня тут наушнички. Это последняя часть видео немножечко... Типа, а в чем прикол, чуваки, типа, не сообщать, что ты беременна? Прикиньте, она 2 месяца беременна, а мужик даже не в курсе вообще. И она, типа, ему не сообщает об этом, вы прикиньте. Не, ну просто представим, что это не фейк. Представим. Ну, я не знаю, фейк это или не фейк, но представим, что это не фейк. Типа, что, если он изменил сейчас, вот прям в ролике он сейчас, допустим, изменит, она такая, типа, все, я забираю своего ребенка от тебя, да? И парень такой, ну ладно. Киньте мне, сейчас включу. Погнали. 1, 2, 3, 4. Хей! Хей! Как она? Хай! А вы знаете, где это? Я была... Я не знаю, это должно быть где-то в конце улицы. Ты бы тут не ходила, пока не выебали? Ты что не выебали? Ты обожди! А чем вы занимаетесь? Как зовут-то? Я Аня. Ты очень приятная, Анютка. Nice to meet you. Я Терри. Хей, я Аня. Аня? Nice to meet you. Зови меня Рико. А что вы тут делаете? Тебя как сюда занесло-то? У меня тут встреча с друзьями, но она перенеслась. Так встреться со мной. А ты мой друг? Абзалюли. Если куда надо, то я тебя отвезу. Да не, я тогда здесь подожду. Окей, но я бы тебе показал окрестности. Ты здесь живешь? Ну да, можем ко мне подняться, отрасить муравки попыхать. Сейчас не хочу, но спасибо. Ну ты не стесняйся, присаживайся. Я иду-ка пивасик уберу. Ты такое пробовала? Мне и так норм. У меня еще в запасах бизон есть. А я вот не захожу в дом тем, с кем только что познакомились. Хоть ты и милый. Милый? Милый. Я уже взрослый типок. В жопу и денежности. И секси. Thank you very much. А ты свободен? Я очень свободен. А ты? Я тоже. Ну типа. Типа? Для меня это не проблема. А номерок дашь? Ага. Я возле своего имени 3 сердечка поставил. Никто не пришел на фабстречу. Ну прям очень мило. Мне тоже понравилось. Я бы тебя забрал. Может поднимешься, я тебе кое-что покажу. Подписчик пропал. Чудненько. Идем? А твой друг с нами? Я не знаю, пойдешь? Наверх? Ага. Опа. 3-дабл. Куда он ее повел? А это наш трехадром. Это все новое Nintendo? Даже больше, чем я думала. Я думал, мы будем все вместе? Вдвоем. Вдвоем? Хорошо. Благодари. Один же раз живем. Йоло. Йоло? Чё это за провод? Ты же кубов не вызовешь? Да это просто, чтобы музыку слушать. Spotify. Новая фича от Apple. А вот и мой пивасик. Чё, бля, это так работает вообще? Ну, если... Вот такие случаи бывают, типа, здорово, там, бла-бла-бла, и он реально сразу затаскивает, и оно так работает. Да я уверен, что да. Типа, чуваки, если бы у вас был, ну, в принципе, по природе длинный хуй. Ну, типа, да, да. Наверное, так это и работает. Ну, кстати, длинный хуй придает уверенности. Да. Но не жизненно. Нежизненно для всего чата. Тихо, блядь, меня в 14-20 сантиметров, блядь. Это я его еще вокруг шеи вот так обвязываю, блядь. Этот шарфик, чтобы никто не видел. Сиди, отдыхай, блядь. Так. Да неважно, зачем вы пишете это. Мне вообще какое дело до ваших писюнов? Это все потому, что я гей из предыдущего ролика, да? Не надо. Далее YouTube не пропустит. Когда она вошла, то... О, не смотрел. Если он ВК, скорее всего, там пиздец. И мы не смогли записать, что было внутри. Мне уже хватит. Она же актриса, была на это согласна. И мы с ней никак не могли связаться. Не, ну, потом я за ней выехал. Вот запись, где я подъезжаю. Бля, это Генезис приехал? Была рада знакомству. Ну да, меня сейчас мой друг заберет. До встречи. Ведь кто знает. Был nice to meet you. А я тоже.
Еще увидимся. Надеюсь. Пока. Может, толстовку отдашь? Точно. Думаю, твой день удался. Как и твой. Пока. Я ее спросил, что произошло. Жопа какая-то. Почему вы не прекратили? Что случилось? Ну мы просто... Этого не должно было быть. Не, ну больше, чем есть, мы тебе не заплатим. И не надо, мне было весело. Очень. Ну-ка, включи концовку. Ну я предупреждаю. Бля, прикиньте, короче, то есть по факту, как я понял, актриса должна была получить деньги за то, что она просто разведет его. Это посмотрит якобы его девушка. А в итоге актриса решила еще дальше сама поебстись, типа, и, ну, как бы девушка парня спрашивает, а чего вы не прекратили, а у нас, типа, связи не было. Бля, прикиньте, такой пиздец. Представьте себя на месте бабы, вы бы не захотели той переебать? Ну, типа, тебя четко на одну задачу отправляют, а ты такая, бля, почему бы и нет? Ладно, включаю. Че? Я не знаю, может, это вода хлюпает? Они ее там порят. Думаешь? Да. Мне нужно быть ученым, чтобы это понять. Но мы не можем делать такие предположения. Сколько бы ни... Да и наша актриса не признается в том, что произошло. Остается только догадываться. Тебе что-то надо? Думаю, тебе стоит пообщаться с парнем. Пиздец, такой аватар трехметровый встал. Вы наняли эту проститутку, чтобы она переспала с моим парнем? Но... И вы ее не остановили? И вообще, где был оператор? Где? Ща я тебе в рожу дам за эту съемку. Вау, окей. Не, ну если бы тот парень. Она просто должна была с ним пофлиртовать. А о том, что пошло дальше, мы не договаривались. Понимаешь? Не хочешь ему позвонить и спросить? Оставьте свое сообщение через... Он всегда такой занятой и не отвечает. Может, с моего? Давай. Алло. Терри. Это кто? Это Фелиша. О, малышка, что случилось? Ты с чего звонишь? С телефона друга. Что ты сегодня делал? С Рико увиделся. Я видела, как вы с Рико перли белую тёлку. Какую еще тёлку? Ту, которую я наняла. Увидел я белую тёлку. Я наняла ту белую тёлку, которую вы потом вдули. Ты для нас наняла белую тёлку? Это что, был подарок на денюху? Да, подарок на денюху. Ты не должен был её драть. Да это был Рико, я отвечаю. Что тут сказать? Я тебя услышала. Я не драл белую тёлку, это Рико её драл. Послушай, я тут что-то утомился. Терри, я беременна. Он такой, ха, хороший вброс, прям тогда, когда я тёлку отъебал другую. Да-да-да, не пизди. Ты чё? Я беременна твоим ребёнком. Сбросил. Он чё, сбросил? Он сбросил. Попробуем ещё раз. Дай, набери. Оставьте своё сообщение через... Не, ну, может быть, у него просто телефон сел? Фелиша. Блять. Мне жаль. Салфетки надо? А дашь телефон? Пошёл нахер! Вырубите камеру! Сори? Да не, ну бля... Не забудь нажать на сцены. Ну, типа... Может, это вода там хлюпает? Да-да-да-да-да, пиздец, вода хлюпает, понял? Да, наверное, вода. Time to go do best memes.